Приветствую, друзья, на канале поддержки Павла Николаевича Грудинина. В прошлом ролике мы узнали, как нашему народному кандидату победить на выборах. Так вот, есть проблема, которая не даст Павлу Николаевичу выиграть. И даже не одна, а несколько. Сегодня мы рассмотрим их всех и постараемся решить каждую. Вне зависимости, заставляет ли вас голосовать за Собчак, Путина или Грудинина, вы должны иметь свой голос и голосовать только за того, кого считаете достойным. Обычно бюджетникам и студентам угрожают уволить или отчислить, если они голосовали не за того кандидата. Поэтому для удостоверения, что вы сделали все правильно, ими введена хитрая вещь, как фотография, в котором вы должны сфотографировать свой выбор. Но не стоит унывать, есть способы борьбы с этим. Во-первых, вы можете брать с собой кусочки нитки и дать ей форму галочки или точки или крестика, как вам угодно или как вам скажут сделать. Таким вот образом мы делаем нужную фигуру, фотографируем, убираем нитки и ставим галочку за тех, за кого хотим голосовать. Второй вариант. Берете целлофан и рисуете там нужную фигуру, прикладываете к бюллетени и фотографируете. Этот вариант может быть не самым удачным, так как целлофан оставляет блики, и это могут заметить. Третий и самый лучший вариант. Сначала вы делаете фигурки на чистом листе А4. Делайте пожирнее, чтобы не оставалось белых просветов. Затем вырезаете эти фигурки так ровно, чтобы также не оставалось кусочков белой бумаги. Потом кладете нужную фигурку на бумагу и фотографируете. Удостоверьтесь в том, чтобы фигурка не оставляла тени. Для этого вы можете слегка ее намочить. Теперь у вас есть подпись, которую невозможно отличить от оригинала. Для начала вам нужно стать наблюдателем, и они бывают двух видов – активные и пассивные. Активные наблюдатели должны обратиться в штаб кандидата или партии, чтобы изъявить свое желание. В нашем случае это КПРФ. Там вас зарегистрируют и обучат всему. Пассивные наблюдатели – это те, кто может следить за своими или другими избирательными участками через интернет. Схема очень простая. На самом деле, явка слишком завышена, и вам предоставляют информацию только по бюллетеням. А мы знаем, что бюллетени массово вбрасываются, тем самым повышая и явку, и нужные голоса. Так как сделать так, чтобы этих вбрасываний не было? Все просто. Если человек забирает свою бюллетень и голосует, то эту бюллетень уже невозможно использовать. А значит, если будет 100% явка, то фальсифицировать будет уже нечего, потому что все бюллетени будут использованы. В данный момент, когда люди не верят в выборы, Кремлю выгодно, чтобы пришли только те, кто голосует за Путина, а остальные сидят дома. И им не важно, 10% явки или 60%, потому что знают, что большинство не придет, и можно подложить бюллетени тех, кто не пришел. А если будет явка 100%, то тогда все планы будут разрушены, так как сфальсифицировать будет трудно. Большинство будет голосовать против Путина, и общественный резонанс может быть такой, что если даже обманут с выборами, то люди настолько обозлятся, что митинги Навального будут выглядеть как детские чаепития. Кстати, про Навального я расскажу в следующем ролике, который будет посвящен его бойкоту и почему бойкот на руку Кремлю. На этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал.